Сегодня у меня много дел, но для начала я заеду в салон красоты. Мне надо привести себя в порядок. Ну, машинка моя любимая, жди меня тут. Через полчаса я буду такая же красивая, как и ты. Не торопись, милая, я подожду. Какой чудесный, замечательный день сегодня. Ой, меня облили грязью. Этот мусор надо выкинуть. Ой, но не на меня же, что вы делаете? Что это? А почему мое заднее колесо вдруг стало мокрым? Этот помидор испорченный, мама. Такой маленький, а уже хулиганит. Ой, птичка. Фу, что это? Еще одно ведро с мусором. Эй, собачка, я не кустик, слышишь? Птичка, птичка, я знаю, что ты хочешь сделать. Не надо! Ну и ты еще, спасибо. Могла бы лужу эту объехать. Где же моя хозяйка? Когда она уже выйдет? Мне теперь тоже нужно в салон красоты. Кажется, все. Благодарю вас. Дорогая машинка, я уже готова. А где моя машина? Хозяюшка, я тут, помоги. Машинка, что это с тобой? Я теперь страшная. О, не волнуйся ты так. Есть салон красоты и для машин тоже. Называется автомойка. Поехали скорее. Вот мы и приехали. Сделайте, пожалуйста, мою машинку красивой. Ну, скорее, скорее. Не волнуйтесь, мисс. Все сделаем. Ваша машина будет блестеть. О, как приятно. Это вода? Да, она смывает болото и мусор. Посмотри, ты уже стала чище. Но некоторая грязь присохла, особенно на колесах. Без щетки не обойтись. Ой, щекотно! Терпи! Сейчас и это колесо почистим. Вот так. Теперь ты гораздо чище. А сейчас нам понадобится мыло и мочалка. Так. Намылим багажник и заднее колесо. Теперь боковые стекла и переднюю дверь. А мыло не будет щипать мне глазки? А ты зажмурься. Так, а теперь капот, фары и переднее колесо. Ой, меня совсем не видно. Я такая вся мыльная. Посмотрим, какая ты стала чистая. Для этого надо смыть мыло. Смывайте, а то я ничего не вижу. Что это, массаж? Как же это приятно! Стой спокойно. Сейчас щеточки все сделают. Ой, посмотрите, на мне не остается ни капельки грязи. Это все уже можно ехать? Нет. Сейчас мы ополоснем тебя прохладной водой сверху. Почешите мне спинку, пожалуйста. Теперь снизу. Ой, какие фонтанчики! Раз, два, три, четыре, пять. Ну все, я уже чистая. Пускайте меня. Нет, нет, ты мокрая, можешь простудиться. Сейчас мы высушим тебя феном. Ой, какой ветерок! Ой, какая я сухая и чистая! Еще не совсем. Протрем тебя махровым полотенечком. Багажник, колесики. Фары. Стеклышко, дверцу. Ну вот и все. Спасибо вам большое. Заезжай, если что.
моя любимая машинка, ты выглядишь просто потрясающе. Ты тоже моя любимая хозяюшка. Сейчас заедем домой, я переоденусь, и можно ехать на вечеринку. Подожди меня здесь, дорогая. Только не очень долго, а то меня еще кто-нибудь испачкает.